Всем привет! Ну что, вечный бой, покой нам только снится. Время московское, время 10:00. Разбудили меня. Сегодня у меня рабочий день, но я сегодня не продавец, сегодня я директор. Я директор. Для меня, конечно, вот когда я просыпаюсь 8:30, меня разбудили звонком, и 7:30, вот эти 2 часа играют большую роль в моей жизни. Я настоящая сова. Когда я встаю 8:30, я человек. Когда я встаю 7:30, я получеловек, как говорят, да? Кто рано встает, вот есть люди же в 4, в 5 встают. Для меня это все смерти подобно. Типа пословица такая, да, или поговорка. Кто рано встает, тот всегда спать хочет. Разбудили меня 8:30. Поедем сегодня с вами в Дивановку. Коллеги заказали для своей сослуживицы поздравления от белого мишки. Ну а сейчас пока пробежимся, цены поглядим. Ну что, мы в Пятерочке. Огурцы 450 грамм, вот 67,90. Томаты 125, помидорки вот эти. Огурцы 80. Огурцы короткоплодные 111. Бананы вообще по 96 рублей. Капуста по 68. Так что я считаю, цены на овощи довольно-таки адекватные. А сейчас гоним на заправку. Посмотрим цены на бензин. В общем, вот такая сумасшедшая жизнь. Мне лично не хватает 24 часа в сутки. Не знаю, как вам. Когда высыпаться. Ох, какая гора впереди. Едем, любуемся. Девятый регион, не знаю, что это. Такие, которые часто регионы, уже запомнила. Флешка переполнена ценами и разной другой информацией. Никак не могу выучить все регионы. Второй 48,50, 95 53,45, дизельное топливо 55,75. Я не понимаю уже, дорого это или недорого. На улице жара. Ну, с завтрашнего дня опять обещают немножко похолодание. Ладно, все, побежала платить. Следующая наша задача. Заправились. Сейчас обнулим, посмотрим, насколько хватит. Нам бензина. В дороге здесь не могу сделать. Тут называется заправка. Это мойка. Ой. Кстати, мне прилетела такая весть вчера, что... мой бывший муж женился. Ну, люди, видимо, думали, хотя бы нужно было мне ее вообще не сообщать. Но люди думали, вы знаете, если как бы невзначай. Я говорю, ну поздравляю. В общем, поздравляю бывшего мужа с очередной жертвой.
очередной жертвой абьюза. Я все понимаю, ребят, но люди не меняются. Вот, ну, хотя, кто его знает, да, действительно, может быть, с ней он будет счастлив. Ребят, желаю вам семейного счастья. Чего еще там желают? Любви. Долгих лет совместной жизни. Спаси Господи. Вот. А мне вообще как бы про это думать некогда. Я, конечно, все время в делах, в работе. Вот выпускаю мальчиков. Я пропускаю там. Ее получилось, он так встал посередине дороги. И мне показывает, вот что это? Все, и гоним покупать букет. Не на свадьбу. А Татьяне от коллег будет. Тогда хорошо, когда такие замечательные коллеги и хотят поздравить и сделать сюрприз, да? Это, я считаю, это просто шикарно. Поедем в Тифановку, посмотрим, есть пробки, нет пробки. У меня так-то еще основная работа, никто не отменял. Давайте, ребята, ждите. Дай. Ой, я добрый водитель, прям сама собой горжусь. Вот мне спасибо даже говорят. Все, едем за букетом. Кстати, что хотела сказать, вот там мне написали, да, конечно, машина Матисс, она... шумная, потому что такой шумоизоляции, она же классом ниже, чем была, допустим, моя Chevrolet Lachetti. Но теперь зато у меня есть мечта. Я решила теперь, мне не нужна большая вот такая вот хабазина, как была у меня. У меня вечно были проблемы с габаритами у женщин, у всех, у многих. Не у всех, конечно, у многих. Я на этой-то такая, там уж морды нет, и то подъезжаю, такая, мне кажется, все, сейчас врежусь. Там, допустим, паркуюсь к стене. Все, вот так, ага, вот прямо впритык встал. Выхожу, там еще вот столько расстояния. И поэтому теперь у меня мечта купить какую-нибудь тоже, поменять тоже маленькую машинку. Только, конечно, хочется иномарочку такую, ну, повыше класса. Здесь мне не хватает мощности. Особенно когда... Так, мы сейчас с вами тут припаркуемся. Когда особенно в горку по серпантинам. Все, идем покупать цветы. Стояла там перед выбором. Все букеты такие красивые. Ну, от 1000 за до 1300. Позвонила вот заказчикам, выбрали герберы. Я говорю, белые розы или герберы? Белые розы, белые розы. Выбрали герберы. Так как мы постоянно уже здесь у них заказчики. Это на улице Мира. Работает, кстати, круглосуточно. Мало ли вдруг кому-то пригодится. Срочно нужны будут. Поздравляем, сейчас еще хер выйдешь. Вот, работает круглосуточно. И мне даже сделали вот букет герберов, 5 герберов плюс зелень. 1000 рублей. Но так как мы уже здесь... И это, господи, слово паразит, и это, ну, короче, и это, сделали скидку, за 900 рублей отдали букет, надо разориться, заказать, мы тоже шары берем, вот эти оптом, вообще, мне, конечно, больше по душе уже, вот, организация праздников, я такой человек, мне там все на, вот общение с вами. Вот платил бы YouTube, я бы, конечно, не задумываясь, ушла бы из торговли. Но вы же прекрасно понимаете, что сейчас YouTube за месяц я заработала на YouTube $5. Честно говорю. На Дзене за месяц где-то около 600 рублей. Вот весь прибыль от контента. Ну и, конечно, сейчас
я хочу сказать большую благодарность, вот когда я веду стримы, тем, кто перечисляет донаты, это поддерживает на плаву, это стимулирует, это как бы что стимулирует не бросать YouTube. Потому что вы есть у меня, многих я уже знаю, вот как своих родных. Осталось только увидеться, обняться. Ну все, а сейчас я гоню на работу. Конечно, движение стало более интенсивное уже. Готовиться сейчас поставлю на зарядку все, что только можно. Все гаджеты, колонки, аккумуляторы для медведя. И погоним в Дифановку.